Выйти на митинг собираются и в Черноморском порту. Завтра рабочие предприятия хотят выступить против директора порта. По их словам, Сергей Крыжановский разрушает порт, а его действия наносят материальный ущерб порту и экономике страны. Рабочие уже направили обращение в Министерство инфраструктуры с требованием расторгнуть трудовой договор с директором Черноморского порта. На митинг рабочие планируют выйти в четверг после окончания рабочего дня.